Здравствуйте, уважаемые жители города Нарвайсу. Хотел бы поделиться с вами информацией, которая у нас есть на сегодняшний день. Вчера состоялось очередное заседание кризисной комиссии. Сегодня с утра состоялось также заседание городской управы, на котором мы приняли решение о освобождении родителей от платы за детский сад ОПА детских сада, как детский сад Карикакор здесь в городе Нарвайсу, так и детский сад Вайвера. Решением городской управы были с вторника этой недели временно закрыты. Данное решение было принято исходя из того, что по состоянию на понедельник, на начало этой недели, в обоих детских садах было меньше, чем треть от общего количества детей. При этом весь персонал находился на рабочем месте, и по договоренности с руководителями обоих детских садов мы это решение приняли. Сегодняшним решением городской управы мы также приняли решение о том, что начиная с вторника и до нормализации ситуации или до принятия нового решения, все родители детей будут освобождены от платы в детских садах. Если говорить о школах синими и основной школе города Нарвайсу, то с понедельника школы не работают. В данном случае мы выполняли решение правительства, но при этом было принято решение как на кризисной комиссии, так и на сегодняшнем заседании городской управы о том, что начиная с понедельника следующей недели все ученики обоих школ, которые либо уже изъявили желание, либо изъявят желание, смогут получать школьное питание. У нас заключена договоренность с КОБом, и ученики, которые проживают здесь, в центре, в городе Нарвайсу, либо в Нарве силами, они могут прийти в магазины КОБ, в отдел готового питания и попросить там школьное питание. И оно будет им выдаваться ежедневно, начиная со следующего понедельника, с часу до трех. И для того, чтобы вам получить школьное питание, вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий вашу личность, поскольку с нашей стороны в КОБ переданы списки учеников обоих наших школ. Те же ученики, которые проживают в поселке Ольгино, в Синеме, в других частях города, в деревнях, если они изъявят желание о получении ежедневного школьного питания, то оно будет им привозиться на место с помощью социального транспорта городской управы. Помимо этого, хотел бы затронуть тему предпринимательства. В последние несколько дней мне как звонили, так и писали местные предприниматели, в первую очередь мелкие предприниматели, у которых на работе от 5 до 10 человек, обратились с вопросом, какую помощь может им оказать местное самоуправление, какую помощь может им оказать государство. По состоянию на сегодняшний день конкретного пакета помощи для мелких предпринимателей со стороны правительства еще не выработано. Есть только те указания, которые и решения, которые приняла касса по безработице. Если же говорить о пакете поддержки для мелких предпринимателей, то правительство планирует с этим пакетом выйти до конца недели, где будут уже указаны конкретные меры, как поддержать средний и малый бизнес. Поэтому городское управление следит за развитием ситуации, всю информацию мы постоянно добавляем на наш сайт. Все эти обращения, которые приходят на электронную почту сюда в город, мы пытаемся на них своевременно отвечать. Спасибо вам за внимание, за развитием событий будем следить дальше и при необходимости информировать всех жителей города. Спасибо большое.